Хей-хей, с вами тот картавый парень, и перед началом спидпейнта я бы хотел немного выговориться. Дело в том, что на этот арт меня вдохновила украинская группа GoA, в частности их песня «Соловей», с которой они должны были выступать на Евровидении 2020 года. И у каждого есть свое мнение насчет этой песни, она не оставила равнодушным никого. Вы либо обожаете ее, либо не понимаете тех, кто ее обожает. Признаться честно, я и сам первый раз, когда слушал, не понял прикола. Во второй что-то во мне щелкнуло, а в третий я уже, по-моему, сам подпевал. К чему я это? У меня все еще нету монетизации, а следовательно, самое страшное, что со мной может случиться с моими видео, это бан в некоторых странах, либо, ну, самое страшное, это страйк. Хотя, конечно, это меня ждет, наверное, на всех этапах работы на ютубе. Ну и, в общем, чтобы сохранить эту атмосферу, которая сопровождала меня, пока я рисовал этот арт, этот дизайн даже, можно сказать, я и поставил эту самую песню на фон. Короче, я надеюсь, блокировка на видео не прилетит, страйков тоже не будет, максимум предупреждений и снятия монетизации, которой у меня, напоминаю, все еще нету. Ну а если видео все-таки забанят, то, конечно же, придется перезаливать видео с моим стандартным саундом. Да и в первую очередь меня, конечно же, волнует то, как вы отреагируете на рисунок, понравится вам он или нет, пишите в комментариях это все дело. А и кстати, вы сможете приобрести одежду с этим дизайном в магазине по ссылке ниже. Заплетала веночок, ротой парвеночок, а то...
червоною карточкою.